Здравствуй, дорогой друг, тебя приветствует клан Альянс Серая Лига, и сегодня очередное оружие с очередным модом разлома. Что-то интересное и имбующее. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас Сибарис Прайм. Очень хорошее оружие, аналог той же будет Сомы по мощности и какого-нибудь дробовика. Оружие полуавтоматическое, очень хорошее, собирается довольно-таки просто и очень мощно всех нагибает Ракисом. Оружие хорошо будет заходить на те же рейды, на те же вылазки, да хоть куда. Главное привыкнуть к его полуавтоматическому свойству. Ну давай же посмотрим, какие билды я туда поставил. По стандартному, если играть им, то высокое напряжение, пагубная сила придает нам эффект коррозии, поднимает статус, зазубрин увеличивает общий урон, разделенный патронник увеличивает нам урон и статус, точечный удар добавляет нам шанс крита, чутье на зимость увеличивает множитель на пару с мощным выстрелом, что также добавляет нам статус, и поставил еще шквал клыков. Так как у этого оружия имеется абсолютно одинаковый урон, что на удар, что на прорезание, что на разрез, так что лучше поиграть от разреза, как мне показалось, чтобы противники побольше истекали кровью. Ну давай же посмотрим, как такой билд с нас будет сработать, пока без мода разлома. Так, расшевелим этот муравейник. И пойдем стоять. Ну вот у нас одна обойма, один труп. То же самое, одна обойма, один труп. Он здесь побольше, но все равно он сейчас сам догорит. Да истекает кровью. Здесь такая же история. Вот так справляется. Без мода разлома довольно-таки очень хорошо все происходит. Давай же посмотрим, что у нас будет с модом разлома. Так, убираем шквал клыков, мощный выстрел убираем в сторонку, чтобы место освободить для мода разлома, и вставляем. Дамага у нас повысилась, ну, два раза будем говорить. И поднялся немножко статус. Давай же посмотрим, как у нас с модом разлома справится. Ну, с модом разлома, в принципе, относительно так же справляется. Каких-то гигантских разниц я не увидел. Также одна обойма, один труп. Но с пулеметчиками нам полегче пришлось. Да. Пулеметчики полегче у нас проходят. Так, это с модом разлома и с мощным выстрелом. Это в том случае, если вам с модом разлома таким повезет. Мод разлома, напомним, увеличивает нам урон на 141% и мультивыстрел на 79%. Можно для понтов убрать мультивыстрел и поставить аргоновый прицел. Давайте же посмотрим, как такой билд справится. Целиваем мужбан. Тут вообще по полобоему уходит. Вообще шикарно. Мощный выстрел, я бы сюда был, говорю, мощный выстрел. Что у нас там? Не мощный выстрел. Ох, бедный мод этот избавился, который дает 150 к урону и минус к попаданию. Ох, не помню, продал я его, это немощный выстрел. Увеличение калибра, вот. Вот такой бы мод точно бы сюда не стал ставить, потому что патроны будут очень дико косить и в цель не попадать. Ну, вот такой вот у нас билды получились. Не знаю, давайте еще раз с аргоновым прицелом проверим. Раз у нас показался более таким эффективным. Закрепим на нем результат. Чтоб не показалось, что нам так повезло с критами.
Да. Криты очень хорошо в жбан проходят. Ну, тут надо привыкать, прицеливаться. Не всегда в замесе на полуавтомате удобно будет в голову стрелять. А вот на рейдах, где не так уж много крипов, где нужна дымага, точность, не спешат все проходить, довольно-таки хорошо оружие зайдет. Но учитывая, что мод разлома сейчас довольно-таки дорогой будет для сибариса, пока все им не переболеют. И аргоновый прицел довольно-таки проблематично достать. Но если это у вас есть, считайте, вам повезло. Но также не надо забывать, что и без мода разлома он довольно-таки хорошо заходит. Поставим мощный выстрел. Возьмем у нас... Так, что мы? Шквал клыков на разрез. Шквал клыков не проблема купить. Мощный выстрел не проблема. Такой билд вообще не проблема собрать. Давайте еще раз посмотрим, как у нас... Он справится по сравнению с теми же аргонами и модами разлома. Да великолепно, ребята, справляется. Великолепно. Увеличение калибра здесь нахрен не нужно. И так все шикарно заходит. На. Сам зомб, красавчик. Ейджи красавчик. Ну, вот такое вот оружие получилось. Чем-то сложно его испортить. Если есть мод разлома, это хорошо. Если нет, то и без мода разлома оружие довольно-таки хорошо себя показывает в деле. Ну, вот такой вот у нас Сибарис Прайм получился. Вот такой мод разлома. Ну, тут думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. Ну, на этом все. Пока.